Здравствуйте, я Бекжанова Калиля Александровна, 17 ноября 2001 года рождения, проживающая по адресу Саратовской области, город Краснокут, Краснокутский район, село Логиновка, улица Гвардейская, дом 6. Хочу обратиться к губернатору и всем неравнодушным чиновникам о помощи. Мой муж мобилизованный 25 сентября 2022 года. У нас на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей ясельного возраста. И на данный момент беременна третьим ребенком. Хочу обратиться с просьбой, чтобы мне помогли починить крышу. Адрес Гвардейская улица, дом 6. Там я проживаю вместе со свекровью. Вот. Я обращалась в местную администрацию главы района о просьбе починить крышу и засыпать дорогу. Там расстояние совсем небольшое, 200 метров, но эти 200 метров мне приходилось таскать сумки. Вот. И в связи с моей беременностью мне категорически нельзя поднимать тяжелое. Вот. Я обратилась, приехала администрация, посмотрели на крышу и ответили тем, что у них нет средств на крышу, и оставили вопрос открытым. Вот. Но по поводу дороги сказали, засыпят точно. Вот. Но позже, чуть позже я обратилась в письменном виде к губернатору Бусаргину Роману Викторовичу по поводу засыпки дороги. Мне пришел письменный ответ, что до 29 апреля будет произведена засыпка щебнем дорога. Но сегодня 5 мая 2023 год, и засыпки дороги нет. Вот. Я прошу помощи, чтобы мне засыпали дорогу и починили крышу. Вот. Мой муж защищает родину. Вот. И, соответственно, он рискует своей жизнью. Вот. И совсем скоро, 10 мая, мне уже ехать на роды. Хотела бы я дополнительно сообщить губернатору Саратовской области Бусаргину Роману Викторовичу о том, что когда я сообщила про засыпку дорогу и по причине, что мне тяжело тащить эти 200 метров, потому что такси отказывается эти 200 метров ехать до моего дома, на что они мне ответили? То, чтобы я попросила соседей. Вот. Попросите их от соседей, чтобы вам помогли дотащить сумки или довезти, чтобы вас довезли. Вот. Я к тому, что администрация просто отнекивалась от меня. Вот. И никаким образом не хотели помогать.